Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Сегодня небольшой эксперимент. В этот раз не стал ничего выдумывать, просто сел у окна и решил записать мысли, которые у меня вызывает весна. Весенних мыслей получилось очень много, но если убрать неприличные весенние фантазии, то осталось всего две страницы, которыми, с вашего позволения, хочу с вами поделиться. Принято считать, что весна – это здорово, прекрасно и замечательно, и что она на всех без исключений действует исключительно хорошо. Во всех стихотворениях про весну обязательно журчат ручьи, летают ласточки, звенит копель. Но почему-то ни у Фета, ни у Тютчева нет ни строчки про то, что весь асфальт сошел вместе со снегом, что всю ночь орут коты, и что у всех авитаминоз и поголовная простуда. А как тут не заболеешь, если весной реально непонятно, как одеваться? Вот смотришь утром в окно, стоит на остановке мужик в майке, а рядом баба в шубе. И непонятно, как одеваться, потому что он перед ней изо всех сил делает вид, что ему не холодно, а она перед ним, что ей не жарко. Опять же, принято считать, что весна – пора любви. Вот почему. Ладно, там звери ждут весну. На морозе особо друг за другом не поухаживаешь. Людям-то что? Как будто всю зиму все сидели и терпели. Но все равно с каждым днем весны все теплее и теплее, одежды на женщинах все меньше и меньше, и всех мужчин тянет из дома на улицу. Весной почему-то увидеть кого-то на улице без шапки и пальто гораздо интереснее, чем дома голышом. Поэтому как только незамужние на улицах начинают раздеваться, те, кто замужем, начинают изо всех сил худеть. Если жена села на диету, в доме сразу нечего есть. В холодильнике один сельдерей. И муж вынужден готовить себе сам. И даже если ее диета не подействовала, то все равно на фоне мужа, который целый месяц ел только пельмени, она теперь выглядит намного лучше. Ну, а если все-таки удалось скинуть пару килограмм, женщину просто не узнать. Она тут же надевает самую откровенную блузку, самую короткую юбку, сразу уверенность в себе, томный взгляд на всех мужчин без исключения. Эй, красавчик, как и тебе без двух килограммов? Откуда я знаю как? Я-то те два килограмма не видел. Я-то вижу только оставшиеся 88. Женщина почему-то уверена, что для успешной ловли самца ей каждый день необходимо менять наряд. Вот подумайте, кого мужчины в первую очередь представляют в своих фантазиях? Медсестра, школьница, женщина-полицейский. Это люди, которые каждый день ходят в одном и том же. Вот не сбивайте нас с толку, вот он вчера в тебя влюбился из-за блузки с глубоким вырезом, а сегодня придешь в водолазку, он тебя вообще может не узнать. Говорят, весна романтика, тает снег, появляются подснежники. Лично я первое, что вижу, когда тает снег, это то, что в городе очень много собачников. Мне вот интересно, почему то, чем они занимаются, называется гулять? И почему там, где они погуляли, почему-то я с ребенком уже гулять не могу? Погуляйте сначала дома, а потом уже выходите гулять во двор. Или берите пример с кошатников. Сидят дома, не выходят, сами нюхают, никому не мешают. Весной мужчин тянет совершать безумные поступки. Один из самых распространенных – это на 8 марта отпустить жену погулять, а самому остаться с ребенком. Добрый совет женщинам – не соглашайтесь. Мало того, что весь вечер просидите на телефоне, к тому же потом будете 2 дня разгребать то, что осталось от вашей квартиры. Теперь по поводу 8 марта совет мужикам. Самые страшные женские вечеринки – это когда одна из девочек берет с собой мужа. Я был в такой ситуации. Ты за столом один, ты обязан быть самым лучшим, самым веселым, всем уделить внимание, всех поздравить, со всеми выпить. В общем, хорошо, что девочек было много, и они смогли донести меня домой. Но еще хуже, если ты один в женской компании, и ты не пьешь. Вот в этой ситуации женщины ведут себя просто страшно.
Алкоголь и численное превосходство окончательно растворяют оболочку нравственности. И уже после двух бокалов мартини они ржут, как пираты после бочки рома. Затем, не замечая тебя и не подбирая выражений, начинают делиться своими женскими секретами. Вот очень дико от женщин с прическами в вечерних платьях слышать такие вещи, которые, например, в армии офицеры у нас стеснялись говорить. Не дай бог будут танцы. В каждой женской компании обязательно есть стриптизерша. Но кто именно, это всегда неожиданность. Даже самый опытный психолог в начале вечеринки не вычислит, кто из этих скромниц через 2 часа будет танцевать на столе в порванных колготах. Если ты трезвый, ты обязан их всех после праздника развести по домам. Машина в такой момент должна быть правильно укомплектована. Обязательно должна быть вода, сухие и влажные салфетки и жвачки. Много жвачек. А то как же им к детям? Задние окна должны открываться, чтобы они могли на ходу высовывать ноги. И желательно иметь люк, чтобы каждая могла встать и поорать. Перед тем, как развозить выпивших женщин, обязательно залейте полный бак, потому что если придется заезжать на заправку, там их уже не соберешь. Одна кофе пить, вторая в туалет, третья в кусты, и если даже удастся собрать их обратно, все равно кого-то забудешь. Потому что сколько их в машину набилось, ты не помнишь, а спросить не у кого, потому что из них уже никто не разговаривает. Самое главное – не дать им уснуть, потому что если они поспят хотя бы полчаса, они обязательно захотят на дискотеку. В общем, женщины весной сходят с ума по-своему, мужчины сходят с ума по женщинам, при этом все они вместе сходят с ума по солнцу, птичкам и зелени, и все это всеобщее сумасшествие называется одним словом «весна». И тут в конце очень хотелось сказать какую-то жутко смешную и жутко глубокую мысль, но что-то как-то ничего и не написал. Потому что, если честно, работать совсем не хочется. Наверное, потому что весна на улице. Спасибо. Добрый вечер. Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Концерт у нас новогодний. Принято подводить какие-то итоги. Хочу сказать, что помимо всего прочего, этот год для Украины был спортивным. Провели Евро, поучаствовали в Олимпиаде, даже выборы Верховной Рады, и там без спортсменов не обошлось. Ну вот если по поводу Евро много говорили, много обсуждали, то Олимпиада как-то осталась в стороне. Я считаю, это несправедливо, потому что событие грандиозное. Все-таки 30-я юбилейная Олимпиада, Лондон. Целых 245 спортсменов поехало от Украины. Когда еще столько наших выезжало за границу трезвыми? Олимпиаду посмотрел с удовольствием, правда, смотрел по российским каналам. Просто когда комментаторы не просто смотрят, а еще и что-то говорят, оно как-то интереснее смотреть. Расскажу вам, как в России смотрят Олимпиаду. Вот первый день по всем каналам, во всех новостях четко. Мы рассчитываем на 10 тысяч медалей, из них 20 тысяч золотых, Россия вперед. Где-то день на третий, когда выясняется, что наши хуже всех перенесли акклиматизацию, что судейство сплошь и рядом необъективное, мы, русские, начинаем потихоньку болеть за украинцев, белорусов, казахов. Вот. Сначала просто болеем, потом начинаем прибавлять их медали к своим. Ну, типа мы, что нам делить? А вот к концу Олимпиады, когда медалей даже в сумме не хватает, чтобы победить Америку, мы уже и победе какого-нибудь болгарина рады, потому что мы, славяне, великий народ. Вообще принято считать, что чем больше страна берет медалей, тем здоровее и сильнее там народ. Я не соглашусь, потому что больше всех медалей взяли США, а судя по тем, кто эти медали заслужил, США это где-то в Африке. Вообще, если смотреть глобально, у Олимпиады проблем немало. Главное это то, что многие виды спорта безнадежно устарели. Кому в 21 веке интересно метание диска? Если в Древней Греции дискоболам ставили памятники, то сейчас это просто обидное слово.
греки стреляли из лука, ездили на колесницах. В общем, занимались тем же, чем они занимались и в обычной жизни. У нас сейчас что? Допустим, вот я прыгун с шестом. Вот при каких обстоятельствах в жизни мне это может пригодиться? Вот даже если рядом с пятиметровым забором я найду длинную прямую палку, то не факт, что с той стороны мне кто-то что-то мягкое постелил. Спортивная ходьба. Вот что это за спорт? Единственное, где она может пригодиться, это когда идешь ночью по улице, а сзади, мужик. Это раз, и спортивная ходьба. Это вроде как я тебя не боюсь, но хрен ты меня догонишь. Еще один вид спорта – одиночное мужское фигурное катание. В чем философия этого атлета? Значит, у меня нет женщины, зато смотрите, как я танцую. Куда бы уже не шифровали, сделали парное мужское, да и все. Мне страшно представить ситуацию, в которой придумали такой вид спорта, как бобслей четверки. Ну, допустим, четыре мужика катались с горки на санках на скорость. Им стало скучно, и один говорит, а вдруг будет быстрее, если мы наденем обтягивающие трусы, обнимемся и сядем в одни санки. Вот так это было. Что касается кёрлинга. Вот почему под разными препаратами соревноваться нельзя, а придумывать виды спорта можно? Надо идти в ногу со временем. Вот чего не сделать для женщин такой вид спорта, как бег на каблуках? Во-первых, это действительно нужно в реальной жизни, а во-вторых, я несколько раз видел, это зрелищно. Взять обычную 100-метровку. Вот какие там эмоции. 10 секунд, раз и чемпион. А 100 метров на каблуках. Здесь тебе и боль. И радость, и слезы, и падения, и травмы. Это мы еще даже до 20 метров не добежали. В любом случае, на Олимпиаде Украина показала себя хорошо. 20 медалей, 14 место в общем командном зачете. Я считаю, что те медали, которые взяли, они вполне закономерны. Украинские боксеры молодцы, с боксом все понятно. Есть Кличко, есть на кого равняться, есть к чему стремиться. Выборы каждые 4 года. Есть куда расти. По гребле женщины взяли золото, серебро. Я лично не удивлен, чего они так торопились и гребли к берегу. Просто Олимпиада в августе, а к 1 сентября надо и портфель купить, и тетрадки. Тут каждая секунда на счету. Прыжки в воду, 4 место, в Пекине брали бронзу. На общем фоне достаточно неплохо. Секрет простой, никакая другая олимпийская сборная не тренируется в бассейне одновременно с платными занятиями. Отсюда и точность. Надо прыгнуть с вышки так, чтобы не зацепить никого из акваэробики. А во многих видах спорта тренерские методики уже устарели. Вот взять футболистов. Чтобы они не тратили силы, им по каким-то древним стандартам за 2 недели до игры запрещают видеться с женами. Вот какой от жены вред? Ну раз в неделю, ну два. К ним на базу других баб нельзя пускать. Вот где они выматываются. И больше всего меня поражает, как освещает спорт наша пресса. Вот 1 декабря, неделю назад, харьковчанка Анна Ушенина стала чемпионом мира по шахматам. Это, кстати, правда. Это ж событие. Чемпионом мира, событие. Захожу на следующее утро в интернет, набираю новости спорта. Знаете, какой первый заголовок? На день рождения Блохина Артем Милевский пришел в халате. Вот это новость. У нас почему-то футбол самый главный спорт. Говорят, он там популярный, у него больше всего зрителей. Вы знаете почему? Потому что футбол – это общепринятый повод 1,5 часа пить пиво возле телевизора. Мне нравятся вот эти фанаты, которые говорят, я не пропускаю ни одного матча чемпионата Украины. Да ты бухаешь каждый день просто. Что это за спорт такой, что 11 человек бегают, а 5 миллионов в это время сажают почки? А чего удивляться, с другой стороны? Вы знаете, кто у нас в стране занимается спортом? Ну, в смысле, руководит, я не думаю, что они им занимаются. За спорт у нас отвечает министерство, внимание, министерство по делам семьи, молодежи и спорта. Даже в этом странном списке спорт стоит на последнем месте. И вообще, как можно объединять семью, молодежь и спорт, если то, чем занимается большая часть молодежи, никакого отношения ни к семье, ни к спорту не имеет? Поэтому...
Поэтому, чтобы были результаты, надо пересмотреть отношение к спорту на всех уровнях, начиная с самого верха и заканчивая собой лично. Вот если сказал себе, что с понедельника займусь спортом, взять и действительно с понедельника заняться спортом. Вот прямо с понедельника. Пусть не с этого, со следующего, но вот взять и обязательно заняться. Спасибо вам за внимание, успехов вам в спорте, в наступающем году. Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Все постоянно намекают, кто-то говорит прямо о том, что наше государство всех нас, извините, имеет как хочет. На самом деле не все так просто. Я изучил этот вопрос и определил несколько основных позиций, в которых оно это с нами делает. Позиция, наверное, немного не то слово, потому что позиция – это когда кто-то справа, кто-то сбоку, а у нас, независимо от того, лежим мы с вами, стоим или бежим, мы почему-то все равно снизу. В любом случае, позиции государственной Камасутры. Начнем с классики. Поза гаишник. Все очень просто. Вы сидите, он стоит, вы достаете, он берет. Удовольствия немного, но все лучше, чем оформлять протокол. Усложняем. Позиция кредит в банке. Сначала вы берете, и это приятно. Затем каждый месяц начинаете давать. Через какое-то время вам кажется, что уже не можете. Уже хватит. Но приходят коллекторы, и оказывается, что вы можете еще давать и давать. Платная медицина. Эта позиция напоминает ролевые игры. Обычный доктор переодевается в хорошего доктора и делает вид, что лечит вас хорошо. Если в обычной Камасутре самая популярная позиция миссионерская, то здесь пенсионерская. Больше всего наше государство возбуждают женщины после 55 и мужчины после 60. Здесь сексуальные фантазии нашей власти просто безграничны. Позиция ЖЭК. Очень специфическое удовольствие рассчитано на тех, кто готов платить деньги за то, чтобы его унижали. Сама по себе выплата пенсии – это как первый секс. Ждут ее, волнуются, представляют, как это будет, а она раз и сразу закончилась. Самая масштабная поза в нашей стране – это, конечно же, выборы. Здесь все очень демократично. Каждый из нас может прийти на участок и сам лично выбрать того, кто тебя потом будет иметь. В целом, наши выборы очень напоминают отношения между мужчиной и женщиной. Сначала кандидат знакомится с избирателями, затем начинает встречаться, затем букет на конфетный период, цветы, плакаты, гречка. Потом ваш кандидат намекает, мол, сколько можно уже встречаться, пора бы уже и проголосовать. И когда уже каждый из нас верит, что сразу после выборов будет свадьба, идет и голосует, выясняется, что это никакая не свадьба, а самый чистый развод. Поэтому, чтобы сильно не расстраиваться на выборах, есть два пути. Либо поступать как избиратели легкого поведения, брать деньги. Либо схитрить, взять гречку, а когда настанет день выборов, сказать: «Прости, дорогой, но мне сегодня нельзя». Вообще, был бы жив старичок Фрейд, ему в Украине было бы где развернуться, у нас все просто пропитано сексуальностью. Например, кортеж президента. Это настолько эротично, что встает все и стоит минут 40. Вызов такси тоже настоящий секс. Вы звоните девушке, говорите, как бы вы хотели, с кем, за сколько. Приезжает совсем не тот, о ком вы мечтали. И все получается дольше, дороже, а иногда еще и не туда. Ничто так не возбуждает, как футбол с участием нашей сборной. Вроде пришел с работы уставший, сил нет вообще ни на что. Включаешь телевизор, и уже к середине первого тайма чувствуешь себе силы отыметь 11 человек.
Наше государство любит нас каждый день, всех без исключения. Мужчин, женщин, молодых, старых. Единственное, судя по размерам минимальной зарплаты, стипендии и пенсии, которые они нам дают, ему все-таки больше нравятся худенькие. Правительство любит нас по-своему, президент по-своему. Оппозиция бы тоже не против нас полюбить, но у них такой возможности пока нет. Они просто подсматривают. Но любят нас абсолютно все. И знаете, что самое обидное в этой ситуации? Это закон от 15 декабря 2012 года. Вот как так можно? После того, что они с нами делают, они еще и запретили нам курить. Я вот просто по аналогии с обычными отношениями подумал, что когда во время этого женщина начинает громко хохотать, ну, мужчины это несколько охлаждает. И раз уж в нашем государстве мы с вами, люди, это все-таки слабый пол, я предлагаю в качестве защиты хотя бы громко смеяться. Раз другой, защиты у нас нет. Но тем, кто смеяться не умеет, я советую расслабиться и попытаться получить от такой жизни хоть какое-то удовольствие. Спасибо большое. По традиции, привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Концерт все-таки новогодний, и для того, чтобы поддержать праздничное настроение, хочу почитать несколько веселых, надеюсь, новогодних историй про наших политиков. Все истории выдуманные, все политики настоящие, ну, насколько наших можно назвать настоящими. Итак, новогодние небылицы про политиков. Рассчитываю на вашу фантазию. Как-то сидит Виктор Федорович Янукович, крутит глобус и думает, в какую бы страну на Новый год слетать. Просто почти везде уже побывал, а Майдан все не заканчивается. Однажды Арсений Яценюк решил поехать в Харьков к Юлии Владимировне. Ну, чтобы убедиться, что она еще там, и он по-прежнему главный. Приехал, его в больницу не пускают. У нас карантин, говорит медсестра. Так, а где лечащий врач? Его тоже не будет. Врач в ресторан поехал. Ему вчера подполковника дали. Утром Инна Богословская пошла на птичий рынок, чтобы купить хомячка для своей любимой змеи к новогоднему ужину. Смотрит, стоит Виктор Андреевич Ющенко, серебряные ложки продают. Прямо у входа на рынок, чтобы за место не платить. А ложки редкой работы, говорят, из такого сервиза раньше только важных иностранных гостей угощали. Ну как раньше, до того, как Виктор Андреевич президентом стал. Вышел как-то в декабре на Майдан странного вида мужичок. В парике, с усами, в больших солнцезащитных очках. Одним словом, незнакомец. Походил незнакомец по площади, послушал, что люди говорят, пригорюнился, вздохнул тяжело и сказал, «Эх, рановато еще без очков выходите». Как-то Олег Тернебок решил провести очень важный эксперимент. Купил 2 цветочных горшка, в один посадил лук, а во второй – цибулю. И каждый день их поливал. Причем поливал строго поровну, а то в прошлый раз лук засох, а цибуля загнила. Эксперимент удался на славу. Цибуля выросла красиво, зелена, ну просто загляденье. А лук тоже вырос, ну и что теперь, вырос и вырос. Ночью лидеру коммунистической партии Петру Симоненко приснился сон, как будто наконец построили коммунизм. И все у всех поровну, все работают, и нет ни бедных, ни богатых. Проснулся в холодном поту, вскочил с кровати, глянул в окно, Мерседес на месте. Фу, подумал Петр Николаевич, приснится же такое. Перекрестился 2 раза и пошел спать. Однажды Виталий Кличко от одного своего знакомого узнал, что у украинских пенсионеров очень маленькая пенсия. Ну, чтобы удобнее было считать, где-то 70 марок. Пошел к начальнику пенсионного фонда, зашел в кабинет, начал его переубеждать. Мол, ты не прав, пересмотри свое отношение, говорит ему Виталий. А тот сидит, головой машет, а сказать ничего не может.
А что тут скажешь, когда перелом челюсти? Прямо под Новый год Олег Ляшко, лидер радикальной по всем показателям партии, надел красивый смокинг и пошел в оперный театр на концерт Монсеррат Кабалье. Пришел, а его с вилами в зрительный зал не пропускают. Олег Валерьевич говорит: как так, я же народный депутат, где ваш начальник охраны, то сё. В общем, в тот день в оперном театре было два концерта. Перед Новым годом Владимир Путин отправился в срочную командировку на Алтай, чтобы научить молодую медведицу правильно сосать лапу. Уже почти начало получаться, и тут ему звонят: господин президент, дело государственной важности. Владимир Владимирович передал лапу Сергею Шойгу, а сам на военном вертолете полетел на Камчатку показать крабам, как надо правильно попадать в сеть. Ну и еще одна под занавес. В новогоднюю ночь все украинские политики собрались за круглым столом. Все. Оппозиция, президент, все. Ну, это ж небылицы. Вот. Сидят все веселые, нарядные, стол накрыли. Ляшко со своего огорода яблоки принес, Кличко грушу. Николай Янович сидит, тоже всех угощает, то ли виноградом, то ли винегретом, так никто и не понял. Президент анекдоты рассказывает, всех охочет на всякий случай. Инна Богословская в новом платье пришла, взяла со скидкой. Змея недавно скинула, а у них с Инной один и тот же размер. Тут откуда-то музыка появилась. Майор Мельниченко откуда-то кассету принес, где Кучма в душе поет. В общем, настоящий праздник. Разлили шампанское, встает Виктор Федорович и говорит: друзья, а давайте в новом году перестанем быть политиками и станем простыми людьми. Вот будем жить как все и работать как все. Вот кто за, поднимите руку. Раз, Кличко руку поднял. За ним Азаров, Яценюк поднимает. И все как один тоже за. Доходит очередь до Петра Симоненко, и все на него смотрят, поднимет он руку или нет. А Петр Николаевич как закричит, как вскочит с кровати: да что ж за ночь сегодня такая? Перекрестился целых 3 раза и лег на другой бок. Надо выспаться, а то завтра Новый год. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, что все эти истории выдуманы, а если что-то и совпало, то не я один виноват, мы с вами все за них голосовали. С Новым годом и побольше веселых новогодних историй. Спасибо.